Hi guys, welcome back to Junri's Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to Russia once again. Pasiba, to Russian friends, and the title of this video that we need to do some reaction for today is Best Putin Jokes, and let's see how the president and the strongest president in the world that he is making fun and jokes in every camera that is facing. I know that there are like another side of this president that we will know also. So I hope you'll be having fun and enjoy watching with this one. And credit to the owner also with the video, Raska. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. Subscribe on my YouTube channel. Click on the notification bells so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments, suggestion related to this one, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. Let's get to it. Enjoy with this amazing joke of President Vladimir Putin of Russia. Wow. Thank you so much for this video. Just turn on the subtitle, guys. There are subtitles in this video. Мой коллег уже сказал, что он не верит, что все это уже случилось, но я более не верю. Ну, потому что у меня специальности перевод, и когда я была в университете, у нас было очень много упражнения, а ваше выступление, и мы... Yeah, of course. Do you like get afraid of this president to give some jokes? And people would not like believe some. Я вас ущипну потом. Okay. Путин, вот, действительно так сложилось. У меня в Италии и с ним всегда были дружеские отношения, и с Берлускони, с которым они постоянно конфликтуют на политической сцене. Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами, если бы он был бы гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. Crazy. Путин as German. Я не знаю, почему так. Немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но... Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? That's hilarious, man. Ну, дрова тоже себе надо есть. Bravo, he really has this sense of humor. Right. За дровами тоже в Сибирь надо ехать, понимаете? У вас же и дров тоже нет. Анекдот об этом. Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Ему говорят, а вы чей шпион? Говорит, американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну, идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Адрес. That's hilarious. Вот, а давайте спросим господина Фийона, он будет выставлять свою кандидатуру на должность президента Французской Республики? He's crazy, incredible. Не, ну, I love ответить, it. Односложно. Я как сказал, как отрезал. Comme il me semble que vous n'avez pas répondu à cette question. Ну, я не знаю, почему бы я бы отвечал на этот вопрос, ведь вы-то на него не ответили, когда вам его задали прямо в глаза. Вам задали. Задали? Да. Я не слышал. Николай Злобин сказал. Pardon, j'entends pas. Je dis que comme le président Poutine. Давайте я еще раз, вроде его неправильно перевели мой ответ, не так услышали. Я не стал бы отвечать на этот вопрос, потому что вы на него не ответили, когда вам задали этот вопрос прямо в глаза. А если я отвечу в ответе? Посмотрим. Я не исключаю. Moi non plus. Я тоже не исключаю.
Putin about the law. Что касается запрета пропаганды гомосексуализма, речь идет не о введении каких-то санкций за гомосексуализм либо за Wait, I think Putin is not against into it. Вы говорили о Дональде Трампе, кандидате от республиканской партии. Вы сказали, что это выдающийся человек, талантливый человек, чрезвычайно умный человек, и об этом говорили во всем мире. Я хотел бы узнать вот что. Что именно в этом человеке привело вас к такому его восприятию? И уверены ли вы в этом? Вот. Вы известный человек в нашей стране, вот вы лично. И не только как ведущий на одной из крупнейших телевизионных корпораций, но и как интеллектуал. Зачем вы все передергиваете? Вы возьмите. Вот, над вами берет верх журналист, а не аналитик. Ну, посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Никаких других характеристик я ему не давал. Но вот на что я точно обращаю внимание, и что я точно приветствую, и не вижу здесь ничего плохого, наоборот. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Wow, this is very straightforward about it. Но он выбрал сам свою судьбу, понимаете? Мы предоставили ему только убежище, и все. Он никакой не агент наш, он нам секретов никаких не выдал. Разбойник, мы бы что-нибудь рассказать на самом деле. Мы все-таки ему бы убежище предоставили. Но он ничего не говорит. Он выдает только по каким-то только ему известным каналам, там, когда посчитает нужным что-то опубликовать. Вот и все. Есть у нас такой анекдот. Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк и морщится, говорит, клопами пахнет. А пессимист ловит клопа на... Оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит, коньячком попахивает. Мне бы очень не хотелось, или так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов. Хотя, конечно, вроде бы оптимистам живется веселее. Но все-таки, наверное, общая наша задача, не злоупотребление алкоголем, жить на каком-то приличном уровне. Я с удовольствием слушал весь предыдущий разговор и, конечно, выступление президента. Я немножко ощущаю себя некомфортабельно, как тот швартовский честный старик, который сказал, господин президент, я честный старик, мне нечего терять, вы гений. Вот я не хочу выступать в этом духе и не буду. А зря. Чего проще-то сказал и все. Он будет готов сотрудничать с Россией в случае победы на выборах, а вы готовы с ним иметь дело, несмотря на то, что он выступает за более тесное сотрудничество с Европой? Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. 3,5 миллиардов, они нам должны. Пусть вернут деньги для начала разговора, так, чтобы создать благоприятные условия. Jahr 1914, Herr Präsident Putin. I really like the way how he answered, like throwing some questions. It's very like serious, but in a way that there is a sense of humor with it. Das. Welche Vorschläge haben Sie? Right. Das soll heißen, dass die Ukraine heute 100 Jahre später Teil einer Ich habe Angst schon zu hören, was er weiter sagen muss. Einer Kontinent. About sanctions.
все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей, и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, у контрапупить как следует. То есть наказать их непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд, потому что они не имеют отношения, значит, к событиям на Украине, в Крыму, и выбрали как специально двух евреев, одного хохла, понимаете? Ну, как издеваются все равно. Вопрос, который вы задали, госпожа федеральный канцлер высказалась очень аккуратно, а я позволю взгляд со стороны. Ведь не может эффективно работать единая валютная зона без единой бюджетной, фискальной политики и без единой макроэкономической политики. Особенно, если членами этого союза являются субъекты с разным уровнем экономического развития. Поэтому как это будет сделано? Либо будут создаваться федеративная, объединенная какая-то государственная структура, Соединенные Штаты Европы, либо это будет делаться на основе отдельных договоров и соглашений. Знаете, у нас это все равно. Важен результат. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Love it. Просто почему у вас так тяжело сказать «извините за оккупацию»? Потому что если вы сказали бы, мы могли бы очень легко вместе жить. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Он очень кстати. Что касается, начну с последнего. Вы так хорошо говорите по-русски, что уверен, и читаете не хуже. Возьмите, пожалуйста, постановление съезда народных депутатов 1989 года, где черным по белому написано: съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа, а является личным делом Сталина и Гитлера. Что еще можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Что еще нужно сказать, как вы считаете? Мы считаем, что этот вопрос закрыт. Все, возвращаться к этому больше не будем. Сказали один раз, достаточно. Теперь по поводу оккупации. Значит, я полагаю, что в 1918 году в результате Брестского мира состоялся сговор между Германией и Россией. И Россия передала часть своих территорий под контроль Германии фактически. С этого началась эстонская сегодняшняя государственность. А в 1939 году состоялся другой сговор между Россией и Германией. И Германия возвратила назад России эти территории. В 1939 году они вошли в состав Советского Союза. Хорошо это было или плохо? Сейчас не будем говорить об этом, это история. Я думаю, что это был опять сговор, разменные монеты, в котором были малые государства и малые народы. К сожалению, таковы были реалии той жизни. Так же, как и реалии колониального прошлого европейских стран, так же, как и использование рабского труда в Соединенных Штатах. Ну что же мы теперь каждый день будем позволять мертвым хватать нас за рукава и идти, мешать идти вперед. Значит, если в 1939 году прибалтийские страны вошли в состав Советского Союза, то в 1941 Советский Союз не мог их оккупировать, потому что они были его частью. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время, но все-таки кое-что помню еще с этого. Понимаете? Кое-что еще у меня в голове осталось. У нас были хорошие преподаватели. Не пора ли ввести налог на роскошь? Это первый шаг для устранения этой чудовищной, раздирающей нас неправды. Налог на эти золотые дворцы, на эти бриллианты, которыми осыпают себя с ног до головы жены и возлюбленных наших олигархов. Ибо развитие и справедливость – это синонимы.
Как вы отличаете жен от возлюбленных? Там? У вас какое-то по запаху? А по возрасту? It's cool, man. Once about. Вы знаете, ну, что касается господина Сноудена, я уже много раз говорил, мы не имеем к этой проблеме, ну, как бы прямого отношения. Но вот он оказался на нашей территории. И я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать. Я же тоже в спецслужбах когда-то работал. Зачем они напугали весь мир? Если они уже самолеты сажали принудительно с президентами на борту, то с господином Сноуденом на борту они могли посадить в любом месте. Они напугали все страны. Он прибыл в нашу транзитную зону. Дальше выяснилось, что его никто не принимает. Понимаете, в чем проблема? Если бы они бы не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане там, парился в тюрьме. Значит, а они всех напугали. Значит, он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Браво. Oh my God, that was very incredible and very astonishing and marvelous and spectacular, like this of jokes. This is what I admired with President Vladimir Putin, guys, because the way how he was like answering those questions thrown at him, he's very just like into, it's very critical, and then he just answered it such with sense of humor, but he is very rational also being how to answer with that one in such a good way that people will understand. And this is what I really like him, because he's very smart, he's very brilliant, and the way and this is the person that you love to listen, and like he, once he opened his mouth and then people love to listen with him, and the way how he answered this question is very rational and give a sense of humor with it, and such so fun watching with this amazing video. And turn on the subtitles, guys, because there is a caption with it, like in the Russian and English also. That's why I'm reading and then I understand what he's saying, and I enjoyed watching with this one. And credit once again to the owner of this video, to Raska. And if you want to see the full video, guys, it's on the description box below. And if you like this video, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. And this is Junris Vlogadag React saying stay humble, stay positive, guys. Bye, and see you on my next video reaction. Pasiba to our Russian friends. Bye bye, guys.